Праздничный и волнительный день, который в разных концах страны начался одинаково, в том числе и в лицее имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ, торжественных линеек и школьных звонков. Уроки, домашние задания, контрольные – это все завтра, а 1 сентября – улыбки и эмоции. Ведь для школьников День знаний – это нечто большее, еще день впечатлений и встреч с теми, с кем не виделись целое лето. Главные герои дня, конечно же, только что пришедшие шестиклассники, семиклассники и восьмиклассники лицея имени Лобачевского КФУ. В этом году в лицей пришли новички. 152 ученика пополнили ряды 6, 7 и 8 класса. Я желаю вам успехов и уверена, что вместе мы сделаем лицей еще совершеннее. С Новым годом! По словам Елены Скобельциной, в минувшем учебном году выпуск 11 классов лицея Лобачевского КФУ составил 80 человек. 44 человека из выпуска остались учиться в родных стенах Казанского федерального университета. Школьников, их родителей и учителей приветствовал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Наш лицей по содержательной части, в числе первых лицеев Российской Федерации. Я почему говорю в числе первых? Вы же слышали, что мы пошли в топ-100 лицеев в России. В России более 44 тысяч. Мир очень быстро меняется, и поэтому мы должны соответствовать этим изменениям. Я хочу пожелать нашим лицеистам, чтобы они много-много трудились перед обучением и в лицее, и в университетах. Новоиспеченных лицеистов, а также продолжающих обучение учащихся в первый осенний день приветствовал вице-премьер-министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. 1 сентября состоялось также и в IT-лицее КФУ. Проректор по образовательной деятельности и директора институтов поздравляли детей и их родителей с праздником и рассказали, почему выбор лицея-интерната Казанского университета является правильным. У нас появилось еще 115 звездочек, которые будут разгораться, будут пополнять и так славное имя IT-лицея Казанского университета своими знаниями, достижениями и своей учебой. В Набережно-Челнинском институте КФУ также прошла торжественная линейка. Торжественная линейка прошла на площади перед инжиниринговым центром Казанского федерального университета. В ходе торжественной линейки первокурсников с Днем знаний поздравили почетные гости. Диана Шилова, Аделя Шмилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.